Блин, чем это пахнет, а? Что-то мне снится невкусное. Уа! Ёлы-палы, так это я пахну, воняю. Сколько у меня там скилл? Не скилла состояние. Блин, гигиена, ноль. Ноль гигиена, мамочки, что я ночью делал? Быстро в душ мыться. А-а, не в душ, не как я тебя в душе сказал. Фу. О, полегчало. Вот полегчало. О, гигиена растет. Нормуль. Теперь чувствую себя настоящей пандой. Чистой. Давай, гигиеночка, давай, 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 расти. Вот моя хорошая, давай, давай. Энергия, все, поспали, веселье. Весело. Что-то веселое снялось, что ж гигиена на нот делался, наверное. Надеюсь, что нет. Вроде все нормуль. Все, помылись. Друзья, с вами Капанда, и сегодня играем в Roblox на Плейсе Блоксбург. Это уже у нас, по-моему, седьмая серия. Будем дальше продолжать. Но прежде чем мы будем продолжать, нам нужно похавать. Вон, у нас еда ноль. Мы голодные, голодные, как собака. Быстро, надо что-то приготовить. Так, ну-ка, давайте посмотрим наш скилл. Скилл на кулинарию. А, еще пока второй. Я хочу его побольше развить потом. И... чтобы вот кукинг третьего уровня требуется. Четвертого, седьмого, курицу готовить. Вау, 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 курицу это прикольно будет. Ладно, давайте так нас еще приготовим. У нас тут куча. Вон, у меня там все заставлено. Ой, отсюда что-то убрали, все исчезло. Наверное, уже протухло и выкинули. Так, ладно, жарим нашу колбасочку. Колбаска зажарится. Вот она, румяница хорошая моя, вот румяница. И скилл у нас растет, да? Потихонечку растет же скилл. Ага, помидорки пошли-то. И вкусняга. Давай. Давай, 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 ставь, 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 ставь это, ставь эту штуку сюда, оп, оп, все, поставили, давай теперь приготовим еще что-нибудь, надо, чтобы на стол был полный, давайте вот эти панкейки приготовим, это на десерт будет, опа, блинчик наливайся, вот она, вот нам блинчик, подкидываем и хлобыська, кидай давай, давай кидай, опа, да, бом-бом, поджаристый. А запах-то и сиропчика сверху. Еее! Панкейки тоже готовы, садись. Опа-на. Так, берем нашу порцию одну. Такаса, включаем телек, как я люблю с телеком смотреть. Так, это нет, нет, где мой мультик любимый? О, мультик. Еее! Нажимаем watch, смотреть. Садись. О, красота. Ну чё, лопаем. Няма-няма, перед телеком. Пони летит, а я лопаю. Ах, красота! Хочу еще что-нибудь слопать. А, я хочу слопать тех хот-дог. Взять порцию. Взять порцию, я сказал. Во! Лопаем. Нямки, нямки, нямки. И на десерт панкейк. Так, а сколько у нас там? О, да у нас все, мы сытые. Ну ладно, еще слопаем. Так, гигиена маленько упала. Надо в туалет сходить. Так, отвернулись все. Вернулись, я сказал. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все, нормальная гигиена, помоем руки. Почистим зубы и пойдем на работу. Так, я еще где-то не работал, надо будет посмотреть. Я, по-моему, там уже кем только не был, везде был, везде работал. А, я не был этим. Автомехаником, писали, что поработать автомехаником. Хорошо, сейчас пойдем глянем автомеханика. Все, зубы почистили, красавчик. Вот я в прошлой серии еще приоделся так стильно. Прикольно, ну чё, погнали. Так, свет надо выключить, вы чё? Свет-то надо экономить. Все. А, телек надо выключить. Вы чё? Телек, выключайся, все, нормуль. Нормули как ули. Оп, закрываем. И идем на работу. Так, вон мы уже где работали. Кем. Второй, первый уровень, второй, первый. А, так я и всем, что ли, все везде работал. Ну-ка, подождите, гляньте, я вот этим же механиком не работал, по-моему. Да, в прошлой серии мы были парикмахером, стригли там чуваков. Пошлите глянем, что там, тачки или мотоциклы чинить. Чинить, обслуживать, колеса менять, там, говорят, надо. Масла всякие, жишки. Ой, нифига какой заляпанный. Я только пришел, еще ничего не делал, уже весь заляпанный. Ёлы-палы, такой грязный. Ну, видно, значит, что работал. Так, это очередь у нас, да? О, байки, прикольно. Чуваки на байках. О, Харлей какой-то.
Так, 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 что с ними делать? А можно на нем покататься? Можно угнать? Можно угнать? Так, пожалуйста, мне новые колеса, он говорит. Так, как их поменять, новые колеса? Где у нас колеса? Вот колеса. А какие ему? Так, какие колеса? Мопедные. Классические колеса. Это для байка, да? Какие ему надо? Давайте вот эти, наверное. Ну-ка, раз колесо. Так, заднее колесо поменяли. И давайте попробуем переднее. И что, мы поменяли? Нет, ну-ка, дон. Мы поменяли колеса. Наш первый клиент ушел довольный. Этот говорит, покрасьте мой байк в красный цвет. Покрасить. Хорошо. Краска где? Это что у нас? Бочки какие-то? Вот краска. Это что, вот это надо, наверное, взять, да? Эй, краска, берись. Так, взять красный пикалет. Я взял его, нет? О, взял. Вот он, блин, прикольно. Вот, можно тебя покрасить? Что мне хотите покрасить? Красим! Был фиолетовый? Да, блин, это лучше гораздо. Фиолетовый что-то был не ахти. До свидания. И еще следующий клиент, пожалуйста. Так. Маленько зеленой краски он просит. Да? Он говорит, что будет прикольно смотреться, если будет зеленый. Давай попробуем. Зеленый. Капец, а что у них очередь туда? Они как-то стоят на выход. Очередь на выход, у вас или очередь на вход, не понимаю. Ладно, красим. О, зеленый байк появись. Бенч. Ну. Опа. Довольный чувачела. Следующий. А, это у них вот так очередь, они туда идут, и потом вот сюда как-то профигают, я не знаю. Так, refill the oil, please. Типа масло налить. Заменить масло. Так, масло это вот это, я так понял, да? Масленку взяли. И что, куда насыпать тебе? Оп. Все, насыпали. Ну-ка. Окей, дом. Заменили масло на мопеде. Огонь. Так, следующий. Так, у всех кто-то принять. Ну-ка, дом. Дом. Так, чтобы их тут куча было. Так, ладно, ты не можешь покрасить, типа, не могли бы вы покрасить, пожалуйста, фиолетовый цвет? Да, пожалуйста. Вот так вот покрасили. Пожалуйста, забирайте. Следующий, свит. Он говорит, мило, как мило. Так, поменять мне масло, да, в лед. Так, типа, тебе заплатили. Ладно, потом разберемся, не знаю, что там написано было. Может, налоги надо заплатить. Так, меняй масло. 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 Поменялось. Йоу, давай. Спасибо. О, еще чувачок. Работает. Мы тут поработаем вместе. Здорово, коллега. Как дела? Подменишь меня, если что? Мне тут надо сбежать пообедать. Ты меня подстрахуешь? Подменишь, если что, да? Так, масло. Тоже поменять масло. Да, окей, не вопрос. Сейчас я все поменяю. Лукойл зальем тебе или Мобил 1 какой-нибудь, да? Все, до свидули. Модная касса, следующий. Спасибо, тебе спасибо. Приходите в наш автосалон еще. Так, черный цвет покрасить. А у него какой? Не черный, что ли? У него какой-то серый. Ладно, пускай будет. Ну-ка, что-нибудь изменится-то? Да практически как и было. Так и было, так и осталось. Ну, маленечко потемнее стало. Лишь бы вы улыбались, сэр. Пожалуйста. Ага, масло сменить на этой байке. Окей. На Харлее сменить масло, да не вопрос. Сейчас Капанда все сделает. Оп. До свидули. Мило. Так, а сколько у нас там уже уровень такой? Ну-ка, работа, работа, работа. 9 из 11. Осталось 2 штучки. Так, покрасить байк красным. Да сейчас покрасим. На. О, у меня футболка прикольная такая. А можно его покрасить, да? Дай-ка что-нибудь покрашу. Все, до свидули. Следующий, пожалуйста. Так, масло сменим? Да пожалуйста. Сейчас сменим масло, не вопрос. Накапаем. Лоп-лоп-лоп. Все, езжайте, товарищ. И мы поменяли уровень. Где у нас уровень? Наша работа. Вот она. Вот она наша работа. Мы подняли второй уровень. Да?
Так, ну что, он еще просит. Давайте еще поработаем. Так, покрасить в черный цвет. Конечно, покрасим. Опанатики. Черный. Что-то почему такие байки любят черный цвет. Сейчас мы быстренько, сейчас на ускоренном пойду. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, опять черный? Что-то черный, я смотрю, сейчас в моде. Оп, покрасили. Нет, не покрасили. Хоп. Есть, готово. Следующий, пожалуйста. Ой, девчуля, привет. Опять в черный цвет. Да чего все с черным? Скоро черная краска-то закончится. Тебе надо было розовый какой-нибудь. Там есть такие розовые? Ну, какой-нибудь фиолетовенький, я не знаю. Ладно. Будешь у нас брутальная девчуля. Так. Тайрес, плиз. Новые колеса, что ли? Что такое Тайрес? Ну-ка, глянем. Так. Мопедные. Классические. Может, колеса? Что-то он просит, я не понимаю. Ну-ка, задние колеса. Лобысь и передний попробуем. Надеюсь, я угадал. Даже с недовольный клиент придет, нас еще уволят. Угадал. Короче, колеса просил поменять. И тебе колеса тоже, да пожалуйста, давай. Опа, меняем заднее колесо. И, ну-ка, у него колесо нет, надо еще одно брать. Думал, может, одно колесо можно вперед-назад поставить. Ха-ха, было бы по-читерски. Так, поставим. Все, готовченка. Готовченка, я сказал, побежал. Так, мы сделали уже 5. Нам нужно поднять уровень. Я хочу до 3 уровня докачать. Так, фиолетовый просит покрасить. Да у него и так почти фиолетовый, какой-то бледно-розовый, правда. Не, лучше фиолетовый. О, огонь. Следующий, пожалуйста. Ага, масло. Замените масло. Меняем масло. Наливаем. Опа-на. Мы поменяли, нет? А, нет, вот это меняли. Всего готовенько. Фантастика. И просто фантастика. Да, конечно, фантастика. Такой фантастичный мастер. Фломастер вообще. Он просит зеленочки. Можно мне, пожалуйста, зеленочки? Да, пожалуйста, вот вам зеленочка, сэр. Зеленочка хорошая. Вот, у меня как раз есть йод и зеленочка. Зеленочка, так зеленочка, подстать твоим штанам, чувак, да? Ну-ка, вон он покатился, зеленочка, пока. О, кто-то скейт потерял. Не, мне главное не выходить. Побежали. И что он просит? Покрасить зеленый. Конечно, зеленый. Давай. Еще зеленочки. Зеленочки много у нас. Крася, мой хороший. Вот так вот, да. Зеленый байк, блин, этот прикольно смотрится. Зеленый байк огонь. Надо все такое будет купить потом. Не, не буду в настоящей жизни. Как-нибудь я накоплю и куплю себе байк. Красный. А он против тем временем красный. Так, нам осталось еще 5 штук покрасить. И мы заберем свою двойную зарплату. Кстати, второго уровня ничего ни разу не копил. Все, готовенько. Красный. Красный мопед, поехал. Следующий, пожалуйста. Ага, масло. Не могли бы и не маленько масло. Да мы тебе и не маленько, мы тебе много. Мы можем еще и в тебя залить. Где тебе масло поменять? Где скрипишь, чувак? Мы и тебе поменяем все. Ха-ха. О, прическа у тебя огонь, кстати. Опа-на. Погнали, следующий. О, это девчуля или братюня? Ладно, наверное, братюня. Так, что он говорит? Опять масло? Да что вы все по маслу-то запали? Может, тебе подсолнечного масла налить или сливочного намазать, а? Сливочное масло будешь кушать? Или лучше мопеду? Ну, лучше мопеду, конечно. Ой, еще один байк. Так. Опять, что ли, розовое? Фиолетовое. Так, ну, так какое-то розовое, фиолетовое у него. Ну, давай еще раз. Да ничего не поменялось-то. Чувак, ты что, дальтоник, что ли? У него был же, и он фиолетовый, он попросил еще раз покрасить фиолетовый. Ну ладно, за ваши деньги любой каприз. Опять пепл, что ли? Ну ладно, давай еще покрасим. Ну они что-то все у них это одно типное желание. Они что одно тоже просят. Здесь, наверное, мода такая идет. Мы подняли уровень. Уровень номер 3 у нас. Все, хорош работать, я уже устал. Нифига себе, нам все заплатит $452. $400 заплатили. Вообще нормуль. Вот это огонь. Ладно, давайте прогуляемся. Что-то я давно здесь уже не гулял.
Побежим. О, точно, в пиццерию. Я проголодался. Хочу замять какой-нибудь бутербродик. Мы хорошо поработали, а кто-то хорошо работает, тот хорошо питается. Блин, а у нас все, веселья нет, энергии нет, ничего нет. Нам надо домой телек смотреть, спать и мыться. Тяжелый рабочий день. Так, что закажем, что закажем? Давайте закажем пиццу. Есть пицца. Так, я уже сколько знаю, туда, по-моему, нельзя сесть. Сесть нельзя, значит, мы будем стоя сдрякать. О, вот такой-то здоровый, дай укусить, а? Ты такой мелкий, а у тебя такая пицца здоровая, это такая здоровая, то что ты целую пиццу. Кусок один дали. Один маленький кусочек, ладно, лопаем. Лоп. Все, мы утолили голод наш. И побежали домой. Так, а что нам домой? Где у нас же дом? Эй! А где у нас автобусная остановка или метро? Хочу прокатиться на автобусе. Город у нас тут здоровый. Ладно. Я вспомнил, можно вот так вернуться домой. Оп! Go to warehouse. Короче, вернуться домой, к дому. Домик, милый домик. Так, нам нужно точно помыться. Я же там запачкался, я менял колеса, они грязные, таскал. Таскал эти всякие бутылки, склянки с краской, с маслом. Да, от меня воняет вообще. Эй. Свет, включись. Свет. Петюлька. Петюлечка. Короче, или... А, мне отключили свет и воду, ёлы-палы. Смотрите, я даже помыться не могу. Почищу зубы. Все. Вот, $43. Все, понял, что было написано. Мамочки, отключили свет за неуплату. Конечно, давай заплатим. Деньги есть же у нас? Сколько у нас там денег? 4000. Мы богатеем. Все, да будет свет. А вода есть? Ну-ка, руки помыть. Все. Слава Господи, есть все. Нормуль. Так, где я, где? Чего у меня там? Веселье ноль. Я такой грустный. Силы нету. Нет, я даже... Нет, гигиена все равно. Надо маленько помыться. Гигиену сейчас заполним. Мы уже сытые. Полопали, да? В пиццерии. У нас веселья нет и энергии нет. Нам нужно телека маленько посмотреть. И либо книжку почитать. И лечь спать. Давай, мой хороший, мойся. О, все, всю себя ты... Копать всю эту смыл с себя грязь с автосалона. Так, посмотрим телек. Давайте ну, вечером, что мы можем посмотреть? Мы можем посмотреть мультик. Мультик я утром люблю смотреть. О, кукинг, готовка. Все, смотрим телек. Садимся на диванчик. А, наверное, в следующих сериях потом как-нибудь еще апгрейжу дом свой. Надо будет что-то перестроить. Я-то стандартный купил. Ставьте Лукаса и пишите в комментариях, если хотите, чтобы я свою берлогу маленько перекроил. Нужно будет ее маленько переделать. Что-нибудь новенькое сделаем, да? Так, пан у нас, между прочим, растет. Нормально. Сейчас мы его закопим. О, так у нас и энергия растет. Да, точно, я вспомнил. Даже спать можно. Можно и не спать. Можно перед телеком сидеть, и все равно у нас заполняется энергия. Мы наполняемся энергией. Я прям питаюсь энергией от этого телевизора. Я смотрю эту готовку, надо как-то поменять уже. На мою любимую мультики, где мои мультики? О, вот она. А, красота! Лети, понька моя, из попки радуга, лети, понька моя. Так, все, у нас веселье на максимума. 100% весенуха. Я хочу еще заточить блинчик на ночь. Я люблю на ночь кушать. Можно я вот здесь в постельке прямо у себя слопаю? Аманя-маня-маня-маня-маня-маня-маня-маня. Все. Так, книжку почитаем. Маленько. Кстати, у меня скилл уже книжки. Музыка, нет, где-то интеллигенция была. Во. Intelligence. Это образование. 4-й уровень уже. Да я вообще умный. Да такой умный, как капец умный. Все, ложимся спать. Все. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. С вами был Капанда. Увидимся в следующих сериях.